Рада вас приветствовать на YouTube-канале в гостях у Фатины. Сегодня хочу вам представить глоксинию NP Flora. Глоксиния очень крупная, огромные распустившиеся бутоны, очень необычная окраска, по краям рюшечки, и она получается как многоцветная, как радужная. Очень крупные. Вот второй цветочек распускается. А все происходит, эта красота, вот из такого маленького безобразия. Когда я первый раз увидела такой бутон, я думала, что ну, что-то пошло не так. И, по-моему, даже с какой-то глоксинией я их пооборвала, первое цветение. Какая именно глоксиния была, не помню уже. Ну, а видно, вот какая-то мне все-таки успела вырасти, и я поняла, что из такого непонятного получается вот такая магия. Глоксиния очень красивая. Жалко, что телефон не совсем передает свет. Она немного темнее, как темно-лиловая, что ли, ближе к фиолетовому. Как всегда, листва у сортов Надежды Павловны очень шикарные, как и цветы. Ну, я очень рада, что у меня есть эта глоксиния. Как, впрочем, я рада всем глоксиниям, которые у меня есть в коллекции. Да, единственное, что я не люблю у глоксиний, ну, это так, мои тараканчики в голове, когда, простите, когда глоксинии заканчиваются вот так вот. То есть нет продолжения цветения и роста розетки. Вот одна деточка так цветет, а у второй все в порядке. А нет, она тоже, вот я проглядела, она тоже заканчивается просто бутонами. Ну что делать, дождемся, когда эти зацветут. И пойдем на срезку. Глоксиния NP Flora. Сегодня много укореняла глоксинии. Люсия ушла у нас на укоренение. Тут оставила себе цветочки. Если не пропадут, то попробую укоренить и цветоноса. Но они хорошо укореняются, я знаю. Также уже который раз срезаю все. С ароматной орхидеей, с ароматной тидейки желтой. Тоже фу-фу-фу, пока укореняется. Листики очень хорошо. Также сегодня весеннее настроение. Ну, всего 4 листа было. Пожалела ее, не стала обрезать. То есть хочу посмотреть, что все цветки процветут. Но НП цветет вся. Это, конечно, самая моя радостная глоксиния. Что-то в ней такое есть, что ну, зацепила она меня. НП Флора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. С уважением, Фатина.